Привет, друзья! А мы приехали на дачу, на которой не были полтора месяца. И сейчас я побуду в роли ревизора. Диковинный сорт, диковинный. Да. И посмотрю, что здесь изменилось, что выросло, а бабушка нам в этом поможет. Круг нет, это тыква. А, тыква. Какая-то бородавчатая. Да, жаба. Жаба? Первый раз такая выросла. Диковинный сорт, диковинный. Да. О-о-о! Как сорт называется? Трамбон. Трамбон? Это кабачок или тыква? Тыква. Тыква. Но нынче фитофторы мало, да. Фитофторы практически нет, потому что лето было сухое. Пойдемте дальше. Калина покраснела. Вот она. Читатели хотели посмотреть, как это в бочке выращивали. Вот, друзья, таким образом у нас выглядит бочка. А тут свистают, вот здесь. Да, хорошо, они не касаются земли. И не касаются земли, тем самым не гниют. Моя любимая яблонька, мантет называется. Яблок было очень много, даже веточки еле выдерживают. Созрела она полностью, семечки черные, вкусные, сладкая, с небольшой кислинкой. А вон она картиночка уже. Хмурая, как туча. Помощница моя. Вот такие яблоки, конечно, в кучу не отправляются. Мы их пристроим обязательно. Это вот называется Black Beauty. Они вот такие длинные, их тут очень много. А? Это вот алмаз. А вот это Вера называется. Их три штуки тут. Вопрос. Зачем они вам? А я им кормлю соседских цыплят бройлеров. Вот такие вот. Сорт жигала помидорский. Жигала оказался очень урожайный сорт. Смотри, настоящий жигала. Всем жигалам жигала. Вот сейчас выдернем. У нас такой сорт моркови белая. Ой. Ой, не знаю. Каротина в ней мало. Каротин цвет дает. Удивительные кабачки. Я вам сейчас покажу. Вот такие вот. Что они такие пухлые? Красавцы. А вот тут у меня еще и фасоль вьющаяся есть. Вон какие здоровые штуковины. Стручковая фасоль. А тем временем я помыл морковь. Сейчас не пробую. Сладкая ли? Не сладкая. Не сладкая? Ну вот и раз. Немножко горчит. Врагу нормально. А, врагу? Врагу? Врагу пойдет. Врагу. Так. Врагу. 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 Нынче беда с нею прямо. Я попрыскивали, я поливали их соседки также. Ну все, огурцы кончаются.